Штирлиц сидел в своем кабинете, в гестапо и считал деньги. Он получал такую большую зарплату от немцев, что половина ее уходила в центр советской разведки. Видя налога, Мюллер не мог понять, откуда у его лучшего сотрудника столько лишних денег. Штирлиц, я вижу, ты опять отдал половину зарплаты каким-то большевистским агентам. Недоумевал Мюллер. Нет, что вы, хер, Мюллер, это всего лишь благотворительный взнос. По обыкновению хладнокровно отвечал Штирлиц, продолжая пересчитывать купюры. В это время в Москве царила другая головная боль. На клубе Вивири регулярно приходилось доказывать на заседаниях, что Штирлиц — это не очередной немецкий агент, просочившийся в советскую разведку, а самый ценный источник информации в гестапо. Товарищи, ну как можно заподозрить Штирлица в работе на немцев? Разве настоящий гитлеровец станет регулярно перечислять нам столько денег? Возмущался Берия. И хотя логика ярого сталиниста была безупречной, деятели и соратники все равно продолжали коситься на Штирлица с недоверием.